Это ты, это твоя жизнь, которую постоянно анализируешь и делишь на периоды, в которые чувствуешь себя так, так или как-то так. Сегодня мне 26 лет, и я приехал домой. Один из трех. West Customs, East Customs, собачка. Влоги я фиделась не умею. Камера на камеру, это батл. Я столько убила наушников на разных студиях. Тут так красиво, что я решил быть не в фокусе и сказать что-нибудь умное. Блять. Жизнь как... По вот этому дереву я все время лазил. Как обычный черный хлеб. Ну ты еще сереть потом таким цветом будешь. Да? Так красиво. Ну зависть не надо. Все, она ближе, ближе, ближе. Да, там. Все, стой там и крутись. На месте. Ты классная, ты звезда. Спасибо! Где еще? Видишь, ведь тут начинаешь плавать. Вам нравится? А я там однажды сомника поймал. Ну, ваши комментарии к этому поводу. Мы приехали. Ты знал, что я занял первое место по олимпиаде по физике? Беларуси? Бесту тупы! Речит на тебе мрык! Спасибо. Она 4000. Вот это вот херня. Страшно. Жизнь похожа на коробку конфет. Никогда не знаешь, которую выкинешь. Это прикольно. Да не, классно, пожалуйста. Вчера было 11 число, бесы атаковали. Нет! Никто не борется из вас. Я это вижу. Ваши проблемы. Это мой брат. Там есть все, кроме тебя. Когда смотришь со стороны на тяжелые периоды, которые наполнены переживаниями, может быть, даже болью, понимаешь, что, несмотря ни на что, все это прекрасная штука. Росток зеленый, новой жизни зовется побег. Если заблудился тут, можешь смело ставить крест. Впереди темнеет пруд, позади белеет лес. Здесь намного миля круг, ниже живой души окрест. Только полигон для вьюг, правда то, что смог небес. Если заблудился тут.